19 июля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся визит Самаркандского института экономики и сервиса Республики Узбекистан во главе с ректором Мухиддином Пулатовым. В ходе встречи обсуждались уровни образования, представленные в Казанском университете: бакалавриат, магистратура, аспирантура и новая образовательная кампания «Аудит». Также обменялись внутренними структурами обоих вузов на образовательном уровне, расставили точки соприкосновения Узбекистана и Татарстана, разобрали наиболее острые вопросы учебных программ и, конечно же, отметили дружбу узбекистанских вузов с российскими вузами. Этот наш визит, вот дружеский визит, ответный визит после визита Наили Гумеровны в Самарканд, в Узбекистан, мы хотим создать совместные программы подготовки бакалавров и магистров в сфере экономики, в сфере финансов, в сфере бухгалтерского учета, в сфере сервиса и так далее. Все направления, где наши университеты пересекаются. Встреча завершилась душевной церемонией награждения с национальными подарками и сувенирами обеих сторон. Дмитрий Леонтьев, Владимир Нелюбин, Универньюз.